значит не дай, который носит одну серьгу. А вот почему он носит одну серьгу? Это мы сейчас с вами и узнаем. Давайте благодарим актеров своими аплодисментами. Детские игры лейтенанты проходили в лес и качах программа, что неподалек от Новодвинска. Его отца звали Подай Боже, а мать Подмалай. И Нитая был младший брат Банкарая, которому любили разыгрывать Кришна и Рамани. Однажды братья набрали деду по матери, в деревне Малюшки. Жители деревни предупредили мальчика, что в лесу прячется огромная, черная, ядовитая кобра. Но братья не стали слушать старших и бесстрашно направились в джунгли. А ты папа? Не так, да, точно. Ему больше сотни лет. Эй, стой! Ты кто такая? Ты почему досаждаешь ни в чем невинным жителям? Они приносили вред всему живому.
Они устроили настоящий кровавый террор. А я не боюсь. И самый страшный из этих демонов был Бакасура. Он не щадил никого. Он нападал на женщин и на детей. И тогда старейшины нашей деревни заключили с ним договор, согласно которому каждый день каждая семья будет собирать для него пищу и отдавать ему одного из членов своей семьи на съедение. У нас очень большая деревня, и у нас очень много жителей. Поэтому каждая семья платит эту страшную дань лишь один раз во много лет. Но вот теперь пришел черед этой семьи. Прощайте. Хэ, Бхагаван, но в доме совсем нет еды. Чем же мы накормим этого голодного демона? Мы отдадим все подаяние, что я насобирал сегодня. А я пойду в дом своего отца и попрошу помочь ему. Ну кого мы пошлем? А зачем? Нет. А для кого то? Ну разве в этой семье есть кто-то, кем бы мы могли бы пожертвовать? Но если мы не сделаем этого, то погибнут все. Я же уже давно говорил тебе, дорогая, что нам надо уехать из этого страшного места куда-нибудь в дальние края. Но, увы, ты не вняла моим увещеванием. И теперь мне придется погибнуть в пасти этого страшного демона Бакасуры. О, нет, нет, нет! Да не постигнет тебя столь страшная смерть! Лучше умру я! Отдав жизнь за любимого мужа, я вознесусь на планеты праведниц. О, пожалуйста, мой господин, не дай мне умереть, не соверши всего священной жертвы. Мама, папа, отправьте лучше меня на этот день. А это мальчик или девочка? Какой проб семья от дочери? Ведь выходя замуж, она навсегда покидает отчий дом. Нет, ты не права, дорогая. Ведь дочь... хранительница двух династий. Династии отца и династии будущего мужа. А жена? Жена не раб мужу, а лучший друг его на протяжении всей его жизни. Сын же. Сын его собственное отражение в зеркале. Нет, я не могу пойти на эту жертву. Нет, нет. К Бакасуре должен идти я. Нет, нет! Я отправлюсь туда, отец! Нет, я тебя не пущу никуда. Ты еще слишком молод. Не уходи, брат Бекхара, мы не отпустим тебя. Нет, нет, это тебя мы не отпустим, отец. Ты губишь всю семью. Мать и сестра пропадут без тебя. Должен идти я. Горе нам, горе. Что же делать? Эй, Бакалан! Слушай, ты, мама, вы никак не можете идти. Вы кормили семью. Отправлять своего единственного сына на явную гибель. И я пошлю демону самого могущественного. Как мы отплатим добром за добро? О, женщина с коротким разумом! Как ты могла подумать, что я приму на сердце грех гибели твоих сыновей? Светлоликих брахман! Противостоять которому не могут даже боги. Правительный сторон света. Он, я достоверно знаю, что ни боги, ни демоны не способны причинить ему абсолютно никакого вреда. Но если все так, как ты говоришь, то нам, видимо, стоит принять твое предложение. Пожалуйста, прими это в знак благодарности нашей. Пойдем, дорогая, сам Господь заботится о нас. Эй, Бхагаван! Не
повозка с едой? Это хорошая новость, мама. Наконец-то я займусь настоящим делом. Ты говоришь, огромная повозка с едой. Отправлюсь в путь немедленно. К демону, так к демону. Для богатуры собрали целую гору еды. В ней было 167 936 килограммов вареного мяса, пирог, который еле-еле уместился на телеге. Там были многочисленные виды сладкой каши, именуемой паяском. Пару буйволов, которых запрягли в телегу, и, наконец, сверху на телеге сидел сам Пхима. Наконец, вся процессия прибыла к месту, где жил демон Бакасура. Ну, наконец-то я как следует пойму. Сначала опустошу повозку, а затем расправлюсь с демоном. Эй! Душта Ракшас, выходи, глупый демон, отзовись! Сейчас я ем, а смотреть во время еды на порочное чудовище – это неблагоприятно. Он ест мою еду! Ты покойник! Какая вкусная каша! А молоко? Не каша! Молоко просто сладчайший нектар! Он пил мое молоко! Ну все, похоже, я поел. Теперь нужно немножко поразмяться. Thank you.
еще далеко. Бхима, может быть, уже сражается. И ему нужна помощь прямо сейчас. Нужно пустить Нагапаша-астру, стрелу-змею. Yeah.